Приветствую всех всем на канале, и это новые автомобили и линейка модификаций. Это у нас Москвич. Как всегда, двигатель отремонтировали. Давайте продолжим ходовую разбирать. Так, ну тут все в плачевном состоянии. Машину покупал на складе. Так. И здесь. Так, задние разбираются достаточно-таки легко. Так, и снимаем переднее второе колесо. Так, ну давайте сначала снимем, наверное, все, что легко снимается. Вот. И пойдем тогда дальше. Угу. Так, дальше у нас... Давайте снимем амортизаторы. Так, все, давай разобрано у нас. И давайте отремонтируем сейчас все детали, которые ремонтируются. Так, сразу их ставим. Так, правый привод. Ага, рулевая. Угу, передние пружины у нас в идеальном состоянии. Так, ремонтируем передние колеса. Так, аккумулятор. Так, ребята, время было 9, сейчас вернулись утром. Аккумулятор установлен. Так, и ремонтируем задние колеса. Бензобак. Сразу установим. И возьмем тормоза, у нас их нету. Так, и давайте возьмем, как раз пока помним, то, чего у нас нет. Так, подвеска, колпачки. Ну и колеса у нас в хорошем состоянии. Так, заднюю подвеску устанавливаем, рулевой механизм, задние пружины. Так, тормоза. Ну давайте вот все навесное. Так, установим. Так, задние амортизаторы. Угу. И давайте установим колеса. Передние колеса установлены. Переходим к задним. Угу. Задние тормоза, где они у нас? Вот, установили мы их. Так, и последнее колесо. Так, колпачки. Все, супер. Так, чего-то у нас не хватает. Чего? Вакуумный усилитель. Все, ходовая готова. И переходим к реставрации внешнего вида. Так, снимаем все детали. Так, обвесик, капот. Перед. Так. Ага. Запасочка у нас ушла. Крыша и основание. Все. Машина имеет такой интересный цвет все-таки, да? Такой, похож, кстати, очень сильно на ржавчину. Так, задняя левая дверь. Так, заднее правое крыло. Так, задняя левая дверь. Переднюю панельку ремонтируем, ставим сразу. И передний бампер, тогда перед у нас будет практически собран, в принципе. Угу. Так, заднее левое крыло отремонтировано, слава богу. Так, заднюю панельку ремонтируем, ставим. И задний бампер. Также вполне вероятно, у нас отремонтируется задняя дверь. Да, все, супер. И так, капот у нас нет, интерьер. Супер, осталось купить навесные детали. Так, это у нас стекла, двери. Так, ну абсолютно всех стекол у нас нету и нету передних дверей. Так, с крыльями, что у нас с крыльями? Так, что у нас еще не капот. Запасное колесо. Ну и стекла. Так, ну вроде все купили. Ставим боковые стекла, капот. Так, обвес. Ага, вот у нас крыло установлено было. Так, и передние двери. Блин, а, вот, все, супер. И все,
все, машина у нас собрана, давайте красить. Так, начать и... Какой цвет у нас выбрать-то? Давайте какой-нибудь серый. Вот такой вот. Да, все, супер. И давайте посмотрим, как будет выглядеть у нас на автодроме. Кстати, сзади девятку напоминает. Так, ну на этом все.